Сегодня служба сотрудников органов государственной безопасности, как всегда, сложна и опасна. Перед российским государством стали иные угрозы, и наши чекисты должны быть готовы к их отражению. Это и терроризм, и наркоторговля, и экономические преступления, и многое другое, что мешает спокойной жизни российских граждан. На все эти угрозы у органов безопасности готовы достойные ответы, что демонстрирует регулярно проводимые в нашей области учения. В наши дни управление ФСБ руководит деятельностью антитеррористического комитета и продуктивно сотрудничает со всеми правоохранительными органами. Работа оренбургских чекистов получает высокую оценку власти. Я в первую очередь хотел поздравить всех сотрудников Федеральной службы безопасности, управления по Оренбургской области с юбилейной датой 95 лет, поблагодарить за службу, пожелать всем в первую очередь здоровья, счастья, мира, добра. Не просто говорить про работу Федеральной службы безопасности, в первую очередь тем, что вот даже не все можно говорить и рассказывать. Но поверьте мне, что вклад сотрудников управления в безопасность Оренбуржья, в безопасность страны весьма значительный. Это люди, которые делают свою работу скромно, тихо, и при этом всегда ее делают с честью и достоинством. За это я хочу от имени оренбуржцев сказать им огромное спасибо. Оренбургские чекисты всегда добивались больших успехов во все периоды истории СССР и России, в том числе и в трудные 90-е годы, когда была предотвращена передача зарубежным спецслужбам данных об Оренбургской ракетной дивизии. Наше управление совместно с военной контрразведкой ракетной армии, нами был разоблачен очень опасный преступник, который пытался продать американцам важнейшие государственные секреты о 31-й ракетной армии. Была проведена очень успешная операция, в которой были задействованы сотрудники нашего управления. Операция была проведена на высочайшем уровне, и были задержаны и как сам преступник, так и его сообщник, в результате чего предотвращено огромный ущерб, который мог нанести ущерб безопасности нашей Родины. Мы очень редко видим сотрудников органов государственной безопасности в официальной форме. Эти люди всегда рядом с нами, обеспечивают нам спокойную жизнь, устремленную в завтрашний день. А свою форму и государственные награды одевают редко, пожалуй, только на праздники, особенно 20 декабря. Их работа никогда не была внешне яркой и броской, но всегда была и остается эффективной. В этом их заслуга и основа благоденствия нашей страны. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите сердечно поздравить вас с праздником, Днем работников органов безопасности, всех и действующих сотрудников, и ветеранов, и всех тех, кто причастен к благородному делу обеспечению безопасности нашего Отечества. Оренбургские чекисты несут свою службу на самых ответственных участках, борются с контрабандой, с международным терроризмом, с незаконной миграцией, с наркотрафиком, достигают в этом определенных успехов. Наши друзья, наши коллеги несут службу в горячих точках в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане и также мужественно и честно выполняют свой долг. В этот день мы хотели отдать низкий поклон нашим ветеранам, тем, кто прошел Великую Отечественную войну, тем, кто восстанавливал народное хозяйство и защищал нашу Родину в самые сложные годы существования Отечества. Сегодня, в этот день, разрешите поздравить всех, и в первую очередь наших жен, наших детей, наших родителей с этим замечательным праздником. И пожелать всем здоровья, удачи во всем, терпения, мужества, счастья. С праздником, дорогие друзья!